Уважаемые зрители, сейчас вы увидите политическую комедию в кукольном театре. Или кукольную комедию в политическом театре. Разрешите представить наших артистов. До 5 минут король. Ре. Уполномоченный Господа Бога. Ми. Звезда первой величины. Фа. Особо в высшей степени воинственная. Соль. Бродобрей. Скромный бродобрей. Валя. Ля. Государственный муж. Си. О, пора. Сюда. Си. Господин, торгующий политикой. Уважаемые зрители, как видите, наше представление лишено каких-либо тайн. Обратите особое внимание, все эти нити сходятся в одних руках, и эти руки управляют всеми движениями марионеток. Ловко? Это искусство управлять. Это гибель. Это катастрофа. А всюду одно и то же. Кризис, биржевая паника, политический бред. Ну, а там, в стране Советов, как там идут дела? Там? Там. Не в Гондоре, полюбуйтесь. И продолжается небывалый индустриальный подъем. Растут, как в сказке. Печально, но факт. Успокойтесь, Иронимус. Вам вредно волноваться. Возьмите мои пилюли. К черту пилюли! К черту сентиментальность! Выход. Где выход? Где выход? Выход? Вы сами подсказали его. Да, к черту сентиментальность. Европа больна. Нужна хирургическая операция. Но меня больше всего беспокоит ваша буферия, господин посланник. Буферия? Великая страна, буферия? Как подумаешь, ваша страна. Надеюсь, на сегодняшнем совещании мы придем к определенному решению. Да. Сегодня мы дадим сигнал... Начал. Размах носы и губы, щеки и затылки. Экстра номер 3.
Не беспокоит? Нет. Я завидую вам, мадам. Вы живете под одной крышей с принцем крови. Он шалопай. Милостивые государыни и господа, разрешите считать... Разрешите считать наше собрание открытым. Мы здесь в своем кругу и можем говорить совершенно откровенно. Ангел мира не спасет Европу от кризиса. И благодаря кризису проблема Советского Союза становится особенно опасной. Мы балансируем на краю пропасти. Если необходимо сигнал, сигнал, господа, может дать моя доблестная родина Буферия. Но прежде всего нам надо иметь в Буферии правительство сильной руки. Ну что ж, господа, мы дадим Буферии нового короля. Позвольте, Буферии царствует семилетний беби. Ну, это хорошо, только для внутреннего употребления. Нам нужен на троне настоящий мужчина. Что вы скажете, господа, о принце... Но-но-но-но. Спокойно, спокойно. Что вы сказали? Это не ничего. Ужасно озябла. Продрог что-то. Прошло. А мы не ошибемся, ведь он тянет. А чем же это плохо для короля? Но ведь он шалопай. Это как раз то, что нам нужно. Но ведь он же глуп. Вот это-то нам и особенно интересно. Подходящий король.
Вчера на скачках встретил моих друзей. Альфонса, бывшего испанского короля и российского императора. Как его? Кирилла. Безработный монарх. Какое отвратительное зрелище. На Кронпрейс-пресс. И я докажу, что моя политическая программа, знаешь, нет, моя политическая программа, нет, моя нет, программа, она хорошая. А моя карта мира, ты понимаешь, карта мира, это карта, не она будет еще лучше. Понимаешь? И не поймешь никогда. Ну что, потому что ты, голубчик, хам, а я помазанник Божий. Прошло. Кандидатура принца До будет принята Европой и Буферией. Ведь нити политических влияний в наших руках. Господа народные представители, внимание! Прошу вас, внимание! Сейчас господин премьер-министр Буферии сделает
чрезвычайно важное сообщение по вопросам внутренней политики. Внимание! Умоляю вас, внимание! Господа, если мое министерство уйдет в отставку, Буферия погибла! Не запугайте, господа социал-демократы! Вопрос обсуждают. Действительно, старательно. Спокойствие, спокойствие, господа народные представители. Умоляю вас, спокойствие, спокойствие. Я протестую! Довольно вы и ваша либеральная шайка разоряли Буферию! Она разорена с Божьей помощью! Нет, нет, типа, пустите партии! Партию сильную! Я протестую! Что? Пустите власти! Коричневые фашистские рубашки! Мы сами возьмем ее! Народ не сошел из числа! Вы думаете? Мы, социалисты, не допустим к власти бандитов! А! Аплодируют? Ну, слава богу. Договорились. Передайте, пожалуйста, в редакцию газеты «Утро Буферии», пожалуйста. Большой день. Бурное заседание парламента. Министерство свалено. Большое заседание, но... Несите. Несите, Его Величество. Сиди смирно. Угодно вашему величеству принять отставку правительства вашего величества? Не огорчайте его величество. Вы видите, король категорически против вашей отставки.
Воля короля, закон для правительства. Вы истинный друг, ваше преосвященство. Друзья церкви, наши друзья. Набит что-то? Что? Набит? Да, хорошо. Так. Раз. Два. Раз. Два. Им сказал, что меня нет дома. Таким не скажешь. Животное. Опишут? Опишут. Непременно опишут. Опишут. Спрячь. Мои кредиты исчерпаны, господа. Нет, не то, не то. И если вы пришли просить у меня уплаты... Нет, мы пришли просить вас спасти Буферию. Ваше Величество, мы, верные орлы России, мы готовы пролить кровь. Сегодня мы вновь родились для истории. Интересы Европы. Интересы высшей цивилизации. Интересы культуры. И религии. Да. Ваше Величество, мы готовы пролить кровь за спасение Европы от большевизма. Располагайте нами. Наша страна требует, наша страна просит, чтобы вступили на ваш
будете тратить время, господа. Молодой человек, да, виноват. Ваше Величество, мы пришли предложить вам сделку. Ну что, не нужен? Пойду. Трон потерял свое мистическое значение. Значение? Он имеет значение деловое. Деловое? Деловая Европа предусмотрела все. Вот наши условия. Стой. А теперь слышно? Господин До благодарит. А за что? Неизвестно. Для личных приказов. Старайся, голубчик. Вот-вот. Мне нравятся веселье, мстить неразумным хазарам, все они взвыли на век, обрек он мечом и паркаром. О, брат, Христос воскрес! Пишет. А что неизвестно? Вы получили хороший заем. Поздравляю. Снимите руки, я занят. Что? Не мешайте. Что такое? Видишь, я назначаю тебя моим придворным парикмахером. Ну, что-то. А вас? Вас, кем бы мне вас назначить? Нет. Нашел. Вам я дарю вот это. Вы мне дарите старую фотографию? Я дарю вам свою летнюю резиденцию. Вы сходите с ума. Я вхожу в историю. Я коронуюсь. Я становлюсь во главе моих армий, моего флота, моих финансов. Сегодня ваш орел расправил крылья. Помогите, голубчики, пока все идет чрезвычайно благополучно. Лечу. Я буду скучать. Прилетайте. Мы, русские патриоты, завидуем Буферии. Монарх свалится к ней прямо с неба. Вся Европа смотрит на вас в эту историческую минуту. Но самое удивительное, что в эту историческую минуту меня тошнит. Вот. Счастливый путь, ваше величество. Счастливый.
Неизбежное совершится. Все политические распри необходимо забыть. Забыть? Портфели получат представители всех партий. И в первую голову мы с вами. Да? Но где же санкции парламента? Санкция парламента. Вот она. Ну вот. Ничего не понятно. Большевистский шпион. Ясно. С их берега приплыл. Стой! Кто идет? Но-но-но! Король Буферии. Что же это он? Куда же это он?
ваше величество! Народ Буферии! Приветствую своего государя! Ура! Смотрите, он плачет! Плачь и ты, Буферия! Давай сюда. Послушайте. С кем имею честь? Голубчик. Я признаюсь, что тайно переправился через границу в качестве агента Коминтерна. В качестве Коминтерна. Коминтерна. Я утверждаю, что Советский Союз готовится к нападению на Буферию. Готовится на Буферию. На Буферию. В чем и подписываюсь. Обыскать, сфотографировать и посадить в камеру. Фотографировать моментально шинельку, шапочку, кинжальчик, пистолетик, улыбочку, жуткую улыбочку. Типичный большевик. Большевик. Отдай! Поза, поза. Снимаю. Можно обыскивать. Господин королевский камердинер. Необходимо ускорить события. Ага, забор. Скорее, скорее, скорее. Давайте. Не лезь. Ну как? Дожди. Переверните штаны. Так, скорее. Где? Вот. Так, лента. Есть лента.
быстро, до границы не останавливаясь. Бензина хватит. О, ну, мой мальчик, ты потерял корону, зато ты приобрел коробку прекрасных конфет. Орден Святого Духа. Так, корону и скипетр, пожалуйста. Скорее. Ручку, ручку. Ваше Величество, не утомило ли вас ваше заграничное путешествие? Он погиб. Я погиб. Мы погибли. Ваше Высокопреосвященство. Медлить нельзя ни минуты. Держал. Верноподданические чувства. Король со странностями. С большими странностями. Какая величественная, что значит прирожденный монарх. Депутация от дворянства ждет мудрых указаний с высоты этого престола. Боже мой. Боже мой. Судьба высшего сословия не может не волновать, Ваше Величество. Какие меры предпринять, чтобы вернуть родовой аристократии ее политическую роль? Ай, вот именно, дворянство. Спрыснуть и освежить. Спрыснуть и освежить. Через земельный банк, конечно. Это очень глупо. Политическая партия, Ваше Величество, ждет не потрясений, а реформ. Мы категорически настаиваем на открытии воскресных школ, на выдаче фуфаек для безработных и, наконец, на распространение кулинарных знаний
среди образованных женщин. Полиция и армия съедают три четверти нашего бюджета. Разве это не роскошь в нашей стране? Это не роскошь, а гигиена. Вот именно гигиена, ваше величество! Мы приветствуем в вашем лице вождя нации, живую надежду фашизма, руководимая вами, вся империя отныне должна превратиться в бронированный кулак. Разве это не лучший ответ демагогам, которые проповедуют всеобщее разоружение? Правильно. Посмотрите. Нулевым номером. На кого? Такого мои офицеры будут боготворить. Да, в нем есть эдакая пронзительность. Имя великих принципов свободы либеральная партия настаивает на решительных мерах. Да, решительных мерах. Против угрозы растущего революционного движения в нашей стране. Мы ждем ваших указаний, какими средствами можно спасти страну от революционных потрясений. Какие средства? Разные есть средства. Ну, например, горячие компрессы, свинцовые примочки, массаж лица. Мерси. Солидная фирма должна иметь всякие дезинфицирующие средства. Какая решительность, какая сила! Я почти влюблена в него. Как почти? Я уже влюблена в него. Горячие компрессы. Тонкий намек. Массаж. Как понять? Ясно. Как понять? Свинцовые примочки. Здорово. Бог! И вы спасете буферию. Теперь надо сказать что-нибудь собравшимся. Ваш орел расправил крылья. Ура! Ура! Что? А как же вы говорили? Что я говорил? Что он со странностями. Кто говорил? Вы. Я? Да, вы. Когда? Да здесь, только что. Никогда. За ним. За ним. Thank you.
прививка. Перманент. Фрезюр экстра. Номер 3. Княгиня, он смотрел на вас. На вас. Вы привели. Счастливый. Детский ум и политическая мудрость нового короля подсказали Буферии расширение военной программы. Браво, Дернит, браво. Вы, может быть, довольны и как политик, и как председатель концерна военной промышленности. Да, парень оказался на месте. Алло, Дэн, грузите Буферию музыкальные инструменты. Да-да, конечно, музыкальные инструменты. Мы на них сыграем симфонию мира. Ваше имя и звание? Мажор. Нет. Мажор. Величайший национальный поэт Буферии. Величайший мыслитель и ученый Буферии. Минор. Я посвятил его величеству книгу «Фашизм как философия». Я научно доказан, что наш новый король выше Цезаря. О да. О да, да. И храбрее Александра Македонского. Я надеюсь, что король выслушает так же благосклонно и мою поэму. После бури ненастья укрепилась династия, возродилось могущество под державной рукой. Это новая эра, это крепкая вера, это власть плюс имущество плюс желанный покой. Эй, кто там? Одеваться живо. Известен всем этим тиранам полкой. И мой размах. Носы его в щеки и затылки. В моих руках. Разрешите? Разрешаю. Дай-ка я сюда. Бритва. Некоторые воображают, что это так просто брить короля. Не угодил злодей. Сегодня доставлен личный камердинер короля. Давай. Счастлив предложить вашему величеству услуги вашего любимого мастера. Давай.
Побриньте. Бандит. Мерзавец. Ты всегда был вором. А теперь ты хочешь украсть мою корону? Не важно, возьмите вашу корону. Но если ты сейчас же не уберешься отсюда... Уберусь. Кажется, король доволен. Как нельзя больше. Не беспокоит? Ничего. Не беспокоит? Ничего. Они воображают, что я должен брить эту скотину. Тише немножко. Мастерская работа. Да, да, да. Ваше Величество, довольны? Вот это работа. Молодец. Ну? Та-та. Ты, голубчик, хам, а я помазанник Божий. Буферия в центре европейского внимания. А вы в центре Буферии? Американо-европейское агентство. Вручила мне, мадам, узнать цель вашего путешествия. Цель моего путешествия? Посетить мою летнюю резиденцию и разделить судьбу моего короля. Есть на земле далекий край, где нет ни кризиса, ни краха, а разный знойный Парагвай, страна влюбленных демонов. Ах, я хочу, чтоб ты меня взял в Парагвай, а в Парагвай. Заводи! Ну, что еще такое там? Правительство ждет резолюции вашего величества на декларацию фашистского большинства. Есть на земле далекий край. Великий национальный подъем. Где нету кризисов и крах. Мы выросли из пеленок Конституции. Алмазно-знойный Парагвай. Правительство должно получить всю полноту власти. Страна влюбленных и монаха. Ага. Против наступающего марксизма. Марксизма? Что это такое? Это учение Маркса, ваше величество. О, знаю, Маркс. Это... С такой бородой. Монаха. 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 Пожалуйста, брить, господа марксисты. Скандал? Нет, но самое возмутительное, что этот цирульник, этот бандит, он вполне на месте, на моем месте. Слушай, попугай, ты же меня понимаешь? Это же ужасно. Да. Но долго это продолжаться не может. Архиепископ лично знал меня. Между нами. Алло, алло, комендатура дворца, примите телефонограмму. Слышу, слышу, не глухой. Да, да. Резолюция неизбежна через несколько часов.
Тут запятая, да? Революция через несколько часов не может быть! Да как не может быть? Я говорю на чисто буферийском языке. Эти болваны не понимают, что парламентские прения кончаются резолюцией. Необходимы политические жертвы. Жертвы. Что? Жертвы? Какие? Что? 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 Разъединились. Что? Говорят, началось. В полном разгаре. Господа, спокойно, 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 без паники. Спасайтесь немедленно. Не оставляйте. Послушайте, дорогой мой, вы не можете мне объяснить, где я могу видеть архиепископа? Он мне хам. Очень вежлив. Хороши порядки во дворце. Все куда-то бегут, все что-то такое. Ничего не понятно. Послушайте, голубчик, почему все убегают? Голубчик! Господа, виноват, извините. Господа, все бегут, а где же этот архиепископ? Стреляют. Спасайся, кто может! Спасайся, кто может! Что делать, господа? Что делать? Немедленно обсудить положение. Мы примем меры. Что положение безвыходно. Нельзя ли сделать так, чтобы вы опять стали, ваше величество? Нет уж, это к чертовой бабушке. Теперь уж ты оставайся величеством. Ой. Мерси. Знаешь что?
Царствуй. Царствуй на здоровье. Я не сержусь. Нет. Царствуйте вы. К счастью, ошибка грамматическая, а не историческая. А на этот раз гром был не из тучи. Но в воздухе пахнет грозой. Дорогой мой, складывайте чемоданы и с Богом. Куда? В отставку. Мне? Почему? Ангел пришел и сказал мне, не мир, а меч. Не либералы, а фашисты. Ваш ангел жулик. Он хочет свалить мое министерство. Именно. Идут приготовления к войне с советами. Стойте! Я знаю имя вашего ангела. Это глава концерна военной... И сказал ангел Господень. Причина наших осложнений, господа народные представители, она ясна. Это рука Москвы. Вот портрет агента Коминтерна, задержанного нами. Братья, святая церковь благословляет вас на великий подвиг, на новый крестовый поход. Настало время оградить Христа от язычников, короля от революционеров. Верию оградить от страны совет. Да благословит вас Бог. Будет очень рад вашему приезду. Надеюсь. Его Величество лично присутствует сегодня на освещении новых береговых батарей. О, это шикарно. Господи, благослови оружие наше на страже мира пребывающее. Король пока не знает о вашем приезде. Мы сделаем ему приятный сюрприз. Забавно. Ага, вот. Вот она, страна красного дьявола. Позвольте, пожалуйста. Семилетка. Там написано семилетка. А, семилетка. Мало им пятилетки. Они еще семилетку завели. Это хуже для нас. Это поголовное образование. Его Величество. Ваше Величество? А что это? А, значит, я
Но разрешите вам вот это вот так. Говорите по записке. Тут все так, как хотят наши могущественные союзники. Буферия награждает вас орденом мира, господин премьер-министр. Продолжайте умеренно вести... Не умеренно, а уверенно. Не умеренно, а уверенно вести страну по пути всеобщего мира. Все? Да все. Итак, господа, еще раз напоминаю, случайный залп батареи без прицела, просто по семилетке. Итак... Запомните... Ровно в 12. Ира! Ира! Что это? Я привык больше пешком. Чего не поделаешь. Так принято перед войсками. А? Это я могу. Другую ножку. Разрешите помочь. Вот, вот так. Осторожно, осторожно. Несколько слов верным войскам. А? Это я могу. Мои верные буферийцы за мной? Вперед! Боже вы, ваше величие! Бешеное животное! Ах ты! Ну вот, кажется, воодушевил. Вполне, ваше величие. Решено? Да. Через час раздастся выстрел. Готово? Скорее. Так, цветы посередине, фрукты будут там, вина будут здесь. Да вы знаете, кто у вас сидит на троне буферии? Знаю, знаю. А вы что думали, что мы ничего не знаем? Законный монарх. Почему я должен ужинать один? Вы будете не один. Хорош монарх. Парикмахер, жулик, одеколонная душа. Нет власти, кроме как от Бога. От Бога. Я буду жаловаться. А что об этом скандале скажет Европа? Парламент. Биржа. Биржа. Я в суд подам. В Лигу наций. Опоздали, сын мой. Король победил всех. Известен всем мой темперамент пылкой. И мой размах, носы и губы, щеки и затылки в моих руках. Это вы? Да, это я.
Пардон. А это вы? Да, это я, как видите. Да, но я уже не я. Я всегда вам говорила, что вы... Вот-вот. Болван. О. Ничего не понятно. Но я еще вам покажу. А где же его величество? Его величество. Ну да, мой возлюбленный, мой друг, его величество. Ну где же вы пропадали? Берите и несите скорее в того. Кто же вас завивал без меня, мадам? Мадам. Вы с ума сошли? Вы что, забыли, кто вы и кто я? Умбакетник, хам, негодяй, мерзавец, болван! Будьте любезны. Вы здесь? Где же мне быть, ваше величество? Милый. Что это значит? Это? Тетерев. Смотрю, летает. Я его... Чик! И... Вот. Сам поймал, сам застрелил, сам зажарил. Ну да, но все-таки... Обожаю жарить тетеревов. Ну, я не понимаю. Прошу вас. Я все могу. Все. Министры, парламент валяются в пыли у моих ног. Вся Европа тоже валяется. Америка... Но это еще пока не решается. Стали нервный дом. А? Вас утомило бремя власти? Утомило. Вы не знаете, кто вы и кто я? Маха! Дрянь! Болван! Одну минуту. Сожрали мой ужин? Ну, это уж слишком. Ну, как вы позволяете это? Удивительные шнурки. Всегда как-то не вовремя развязывают.
Убрать. Ослепительный слой. Еще 5 минут, и мы услышим... Слышали выстрел? Его пока не было, но он может быть... Оп! Это они, наши герои! Дореми фа соль ля си! Простейшая гамма, на которой иногда разыгрываются сложнейшие комедии. Смысл нашей комедии вы легко угадаете сами. Маэстро, прошу вас, до свидания! Почтеннейшие зрители, до свидания, до свидания.